В Усть-Каменогорске готовится к сезону паводка. В этом году решать проблему начали заблаговременно. Впервые за 10 лет на противопаводковые работы выделили рекордные 60 миллионов тенге. Всего в городе выявлено 22 опасных участка. На большинстве работы уже выполнены. Полностью завершить их планируется в течение месяца. Комитеты местного самоуправления будут продолжать принимать заявки от населения. К примеру, в районе микрорайона Прохладное полностью меняет русло реки. На этих дачах у нас постоянно проживают люди круглогодично. Дети, также старики. То есть была большая проблема. Поэтому в этом году вот было принято решение, что это русло убрать с территории дач и провести его отдельно, просто по пустой земле. Сейчас проблема у нас большая стоит с наледью, потому что 6 ручьев у нас на территории находятся. Они промерзли до самого дна, и вода идет поверху. С тем, чтобы исключить уже в зимнее время подтопление домов, ведется работа по очистке от наледи.